Это вот такая вот штука будет. Вот это вот все ждут очереди. Ты просто купил билет. У нас экспресс. У нас тут целая компания. Сидушки мокрые, все мокрое, значит, будем... Сейчас тоже все мокрые. О! О, чего? Мы все правильно сделали. Типа еще можно было нырнуть. А, понятно, было так. Там же такая. Типа а-ля в каньоне. Видишь, что такое типа а-ля интерьер? Экстерьер? Экстерьер, типа мы где-то в этих горах, и тут типа такая речка. Очень классно. Да. И ситерком такой. И ветер такой. И водопад. Да. Что такое красивый. Вот, наверное, и все. Да. Вот это и все. К сожалению. Сидем пока на Фуриос, а потом на Тануки, Тук-Туки, что-то там такое. Думаю, что нужно было покупать экспресс-проходку на воду, потому что очередь за водой. Вот, потому что очередь за водой очень большая. Сейчас будем на это вот ехать. На Fusion. Вот сейчас. Фуриус. Какие-то бочки. Вот это все на экспресс. А я представляю, сколько там будет на обычный. Какая будет очередь. Нам еще осталось 3 горки, 4. 3-4 горки по экспрессу. Типа самые все крутые горки. Да, но они ж не просто экспресс пропускают, они где-то человек 6 экспрессов. А жесть. Сейчас. Гляньте на авик, это просто жесть. Перекидывала, кидала в резкий взлет, скажем так. Сильно переворачивалась. Вообще понравилось. Ну хоть оно длится хоть секунд, может быть, 20, да? Не, где-то 40 секунд. Ну 40 секунд, но оно... Сначала сильно летит вверх, потом вниз, потом резкий поворот, потом переворачивает головой вниз, потом опять боб, потом опять боб. Короче, тошниловка еще-то. Если у вас плохой вестибулярный аппарат, сидите дома. Мы утром, значит, выпили кофе и съели 2 маленьких круассана. Каждый все. По 2. Ну, по 2, да, каждый. Все, больше ничего. Сейчас уже где-то около 5 вечера. Есть не хочется, потому что тошнит. Мы выехали в 9:30, я напоминаю. Значит, мы проснулись где-то... Завтракали мы в 8 часов, сейчас уже 5. Жрать не хочется, только пить.
была тошниловка еще та. Еще три покатушки и... Наверное, все, что мы за неделю съела, она кверху так... Туда-сюда. Люфтует. Вон, можно посмотреть на нас? Видео 15 евро. О май гад. Я к чему включил камеру? Картошка. Цены тут нормально. А пиво, картошка и бургер здесь 11 евро? Да. Кстати, так... А картошка, пиво и XXL хот-дог 10 евро. Нам куда? Сюда или сюда? Смотри, нормальная площадь. А бутылки мы нас не с собой брали. Вот это, вот мы тут были. Furious. Сейчас идем на водные процедуры. Идем на тутуки. Горки на воде будут. Должно быть очень-очень классно. Музыка такая везде разная. Вот экспресс, вот мы уже пришли. Прикиньте, сколько там людей не на экспрессе. Какой-то рай. Это репетиция? Сейчас будет сильный потоп, поэтому буду тратить камеру. Люди тут добрые, они помогают тебе даже полепаться. Сейчас я протру. Вот такие горки мне нравятся. Одна батарея осталась. Вот это была жесть. Ноги мокрые полностью. А люди хитрые. Мы сели спереди, думали, что будет получше как-то. А на самом деле только похуже. Вся волна сюда заливает. В ноги. Ну реально пропускает, типа, холодная вода, жара, офигенно. Да, уже типа в солнце ступает. Сейчас будет жесть. Нас там снимали. Я думаю, что все хорошо. О, все, на выход, идем дальше. Но это сильно обливает. Это сильно, да. Офигенно это сильно. Это еще не все. Что, не все? Или это просто вверх и все? Ну, это, наверное, все, Вика. Боты полностью мокрые. Полностью весь мокрый. Не, у меня боты нет. Все вытекает. Но это самое-самое такое, что будете мокрые полностью с ног до головы. Пошли на себя посмотрим. Вон мы прямо. Мира, бай, Марко! Сейчас вы посмотрите.
Вот мы так же само. Сейчас мы еще разок. Вот такой пивко, кстати, парни пьют. Батареи веков ноль. Мы будем стоп, зарядка. Мы с тобой уже взяли пауэрбанк, потому что знали, что не выдержит батарея.